Еще одна новинка кровельного направления – это аэратор Дёки Монтеррей для металлических крыш, для металлочерепицы с формой Монтеррей и Супер Монтеррей. Напомню, что это точный аэратор, который нужен для вытяжки вентиляции подкровельного пространства. Вот так он выглядит и работает при любом ветре, встречном, боковом, очень хорошо проветривается и создает давление, необходимое для качественной работы вентиляции подкровельного пространства. Также напомню, что в нашем ассортименте есть аэраторы Next, которые монтируются после монтажа уже кровли, и аэратор Root, который монтируется в процессе монтажа кровельного покрытия.